Привет всем любителям математики. В предыдущей серии я обещал, что мы поговорим, что лучше. Инструкция, в которой написано, когда вы устанавливаете крышу или какую-нибудь другую металлоконструкцию, деревянную конструкцию, каркасную какую-то конструкцию, и вам говорят, установите угол 18 градусов. Или, пусть лучше в инструкции будет написано, постройте угол, синус которого равен какому-либо числу. Ну, например, вот такому. Корень из 5 минус 1, деленное на 4. Мы, конечно, будем спорить, но я считаю, что лучше в инструкциях ставить вот такие руководства к действию. Я просто не знаю, как построить 18 градусов. Ну, как его на земле? Вот я поеду в сад сегодня вечером. Мне просто интересно, как я там смогу построить угол ровно 18 градусов своим маленьким транспортиром, который возьму в портфель у своего младшего. Или там среднего, неважно. Так? Вы умеете? А если будет угол 19 градусов 24 минуты или еще какой-то? Так вот я утверждаю, что лучше пусть в инструкциях дают синусы. И заодно отвечаю на вопрос. Когда в какой-то задаче, а в предыдущем видео мы нашли вот эту сторону, и она равнялась корень из 5 минус 1, а вот эта сторона равнялась 4. И мы получили вот такой, ну не такой ответ, это я сейчас пишу синус вот этого угла, противолежащий катет, поделить на гипотенузу, понимаете? И многие в комментариях пишут, где же ответ? Корень из 5 минус 1 вроде как не является для них ответом. И утверждают, на рулетке у меня нет корня из 5, тем более минус 1. Так вот, самое удивительное, что если в инструкции будет написано именно вот это для построения угла, с этим справится любой дядька на своем садовом участке, даже без рулетки. Итак, внимание, берем любой эталон, любой брусок бери, любой, вот у тебя валяется на огороде какой-то брусок, возьми его, взял? Прямой угол с помощью веревки и колышков строить умеем? Умеем. Если что, ищите на нашем канале ролики по построению. У нас были. Построим прямой угол. Возьмем вот эту досочку и дважды ее вот здесь отложим. Рулетка нужна для этого? Нет. Это 2, это 1. Как вы думаете, если я сейчас возьму доску или веревочку и на 2 гвоздика натяну, как вы думаете, чему будет равна длина этой веревочки? 1 в квадрате плюс 2 в квадрате, то есть 4 это 5 и корень. Корень из 5. Итак, вот у меня корень из 5. Минус 1. Я могу от него отрезать единицу. Я отрезаю единицу. И вот эта заметочка у меня и является корень из 5 минус 1. Вот этот отрезок. Хочешь, бери нитку, прикладывай к доске, бери ножовку и отпиливай. Вот у тебя. Ты нашел катет. Устанавливай, хочешь на уголочке, хочешь с помощью крестовин, опор. Устанавливай его вертикально. Бери свою 4-метровую доску. Сначала вот здесь, конечно, нам нужно сделать прямой угол. Представляю этот край, ставь его, и вот этот угол ровно 18 градусов. Открою вам секрет, 18 градусов это угол, синус которого равен вот этому числу. Корень из 5 минус 1, деленное на 4. Рулетка не понадобилась. Рулетку не надо покупать, бегать. Ничего не надо. А 18 градусов у тебя будет и рулетка, и транспортир. Я не знаю, кто может дать гарантию, что он с помощью досок 18 градусов может отложить прям точно. Да вряд ли, там уже 19-18. Ну ладно, это уже лишний разговор. Всем большой математический привет. Вот это самый точный ответ, который может построить любой человек своими подручными средствами. Всем большой математический привет. Пока.